Всем привет, с вами Пиздец. Я поздравляю вас с Новым годом, который уже наступил. Сейчас у нас 3 января, я, к сожалению, не мог выйти 1 числа на стрим, потому что у нас, скажем так, у провайдера были технические неполадки, интернет то работал, то не работал, и 2 числа происходило все ровно точно так же. Поэтому ни первого, ни второго стрима не было. Сегодня мне на работу. Ближайшая встреча состоится у нас 5 числа, скорее всего, ближе под вечер. Ну, я в любом случае об этом объявлю. Народ, поздравляю вас с Новым годом, наступившим 2019. Ну, мы погнали. О чем это видео? Да, видео такое. Оно, по большому счету, я хотел тупо записать... сохранить ролик для того, чтобы отослать его в Crossout Show и попытаться выиграть 1000 монет. Что мне удалось? Мне удалось тупо одним выстрелом из палачей, из двух, один мне отбили, сделать два фрага. Один выстрел, два палача, два фрага. В принципе, во всем этом бою палачи очень себя даже неплохо проявили. 9000 УМ, как вы видите. То есть люди достаточно жирные. Мне вот понравился момент, когда я выстрелил из двух палачей в лобешник пауку. У паучка сзади детонировал где-то буквально через там полсекунды боекомплект, и у него всю заднюю часть крафта оторвало. Он остался одна кабина и две ноги под ней. А все остальное было, так сказать, уничтожено. Причем в лоб. Что самое интересное, то есть получается, палачи пробили сквозь кабину в боеукладку, которая находилась за ней. Я так понимаю, за ней было или где-то там, может быть, в раме спрятано. Вот этого, честно говоря, не могу сказать. Тем не менее. В общем, видео коротенькое, это тупо целый бой, записанный от начала и до конца. Один момент мне понравился, и я решил попробовать его отправить на конкурс. Посмотрим, что из этого выйдет. Держим кулачки, 1000 монет, она никогда не помешает. Ну что, погнали. Спасибо большое за то, что посмотрели это видео, за то, что поставили свой самый лучший в мире на YouTube лайк. Спасибо за комментарии, которые оставили под этим видео. Хорошие комментарии, ну, например, с поздравлением с Новым годом. Я вас тоже от всей души поздравляю с Новым годом и желаю в этом году добиться всех легендарок в этой игре, которую вы только хотели, добраться до скорпов, до всего, чего вы только хотите. Желаю вам, чтобы в этом году свершилось все то, чего вы пожелали, и не только в игре. Я вам желаю, чтобы вы были успешны как в играх, во всевозможных играх, не только в Crossout'е, так и в реальной жизни. Чтобы достаток просто разрывал карманы, чтобы вам некуда было деньги совать. Вы их зарабатывали, зарабатывали и не успевали их тратить. Вот этого я вам желаю от всей души. Всем спасибо. С Новым годом.
Пока, пока. Стопышеньки, я надеюсь, ты еще не выключил это видео и решил досмотреть до конца. Я забыл на самом деле пожелать тебе самого важного. Деньги-то это понятно, это все грязная бумажка, на которую, правда, можно много чего купить. Самое важное, я вам желаю здоровья. Здоровье не купишь ни за какие бабки. И оно всегда, всегда нужно. Желаю вам здоровья в этом году и во всех последующих. Все, на этот раз удаляюсь. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Да ладно, я прикололся. Видео на этом опять не завершается. Любви, достатка, здоровья и удачи. Вот это 4 важные вещи, которые я вам желаю от всей души. С Новым годом. Всем пока.